Именем Аллаха. Господин президент, я очень счастлив, что мы еще раз лично встречаемся с уважаемым президентом Азербайджанской республики господином Ильхамом Алиевым и вновь рассматриваем наше совместное обсуждение. Большое счастье, что эта встреча происходит в том месте, где реализован крупный проект, и это очень успешная встреча для двух народов. Сейчас мы примем участие в запуске проекта, ввод в эксплуатацию которого имеет большое значение для двух народов и двух государств. То, что между двумя народами и двумя государствами могут быть реализованы очень важные крупные проекты, само по себе является значимым событием. Может быть, кому-то могут не понравиться наши встречи и наши совместные успехи. Для нас это не имеет значения. Главное, что мы вместе реализуем то, что во благо наших стран, государств и народов. Уважаемый господин президент, я считаю, что сегодняшняя встреча и церемония войдут в историю ирано-азербайджанских отношений прекрасной, яркой страницей, потому что проект, который мы сегодня запустим, очень важен и с технической точки зрения. В то же время он еще теснее сплотит два народа, два государства. Конечно, общий успех наших народов радует наших друзей, а тем, кому это не нравится, считаю, будет лучше заняться своими делами. Главное, что иранское и азербайджанское государство сегодня проявляют очень сильную совместную политическую волю, открыто заявляют своим народам и всему миру, что мы вместе и будем вместе и впредь. Ирано-азербайджанские связи являются важным условием стабильности в нашем регионе. Конечно, такой замечательный проект улучшит благосостояние наших народов и увеличит количество рабочих мест, став таким образом очередным шагом на пути к успеху. Уверен, что в дальнейшем будет много подобных совместных проектов. Thank you.